Всех приветствую. Впереди у нас длинные выходные, но сегодня суббота, день торговый, поэтому вот в те межпраздничные дни, когда Московская биржа будет работать, я не ожидаю какой-то волатильности на рынке. Может быть, конечно, буду посматривать одним глазом, но вряд ли там будет какая-то торговая активность. Большие игроки, наверное, будут отдыхать, поэтому волатильности не жду, но сегодня можно еще поторговать. Во-первых, хочу поздравить тех, кто смотрел мой вчерашний обзор и захотел на фьючерсы на Smart бирже на 5 минутки. Какую ситуацию я озвучивал, подход вот в эту область, проторговка с коротким стопом, и вот здесь вот я закрыл свою позицию вчера полностью. Заработал 1 к 4, и всех, кто входил, поздравляю. Что здесь сегодня можно было ожидать? На 5 минутах я здесь даже не вижу ситуации. На часовике было бы интересно, если будет, конечно, волатильность на рынке. Сейчас рынок открылся с небольшим позитивом. Будет откат в эту область. И вот здесь бы был очень интересен, хороший такой, на хорошем объеме ложный вынос. Вот тогда, при такой ситуации, я бы обязательно зашел сегодня в сделку. Дальше, те, кто, давайте Лукойл разберем, те, которые я показывал ситуации, также поздравляю те, кто прислушивался к предыдущим обзорам. Я говорил, что пружина копится, и она обязательно выстрелит. Плюс еще здесь на днях дивидендная отсечка, обычно акции стараются покупать в расчете на дивиденды, и акция обычно ползет наверх. Я здесь ходил вот в этом месте. Стоп стоит здесь. Что сейчас? Вот такой вот огромный объем. Я не стал здесь закрывать даже часть. Сейчас я посмотрю в 10 часов, как откроется рынок. Если будет какой-то негатив и не будут откупать, то, может быть, я даже закрою, потому что дивидендная отсечка будет 6 мая в понедельник. Что такое дивидендная отсечка? Это, то есть, акция откроется с гэпом на тот процент прибыли, который ушел на дивиденды. И здесь получить хорошую прибыль на акции Лукойл, вот нужно смотреть сегодняшний день. Пойдет наверх, будут все предпосылки. Классно. Буду сидеть, ждать как минимум до 8000. Не пойдет, начнут сливать, ну, просто закрою позицию, не перенося через длинные выходные, потому что 3 числа акцию нужно закрывать. И волатильности на рынке в это время не будет. Тут просто нужно держать руку на пульсе. Будет негатив, закрою как минимум треть и перенесу стоп-лосс без убыток. Роснефть. Ну, Роснефти. Зона интереса переехала вниз. 225.70, 230.20. Что здесь? Цену давят, выдавили вниз, но резко откупили. На довольно таком приличном объеме. На фоне вот этих вот огромных, кажется, он маленький, но на самом деле они здесь есть. Вот у меня стоит алер. Уровень здесь 225.70, 230.20. У меня стоит алерт на 236. И если придет покупатель, может быть, прямо с утра, выдавит вот этих всех продавцов, которые здесь вот толкали цену вниз, будет откат вот в эту область, буду рассматривать здесь точку входа, естественно, в лонг с первой целью 248 и дальше 272. Была бы интересная ситуация, но без выкупа вот этих вот продавцов я туда не полезу. Следующее у нас Татнефть. Здесь также дивиденды. Посмотрим, где они. Объявили неплохие. Закрытие реестра. Ну, у меня на понедельник стоит 8 июля. Да? Но надо смотреть точно где-то в этом районе. До них еще далеко. Мы находимся на, ну, практически на низах восходящего канала. Расторговали вот эти объемы наверх, вышли, подошли на небольших объемах, был ложный вынос, собрали ликвидность здесь, да,
Вынесли всех, вынесли, на стопах полетели наверх, но все равно цену пока еще давят. У меня алерт стоит здесь на 725-727, чтобы было интересно. Или выход также вот этих вот продавцов, которые здесь такой объем поглотили, вынесли подход вот в эту область и уже смотреть точку входа, естественно, в лонг. И если же нет, здесь тоже интересная ситуация была бы, если бы прямо отсюда снова захватили стопы чьи-то, да, и уже здесь входить, ну, естественно, в лонг, не забывая при этом, что дивидендная у нас отсечка будет, ну, вот у меня 8 стоит здесь, июля, долго, поэтому вполне можем сходить высоко. Дальше. Алроса. Алроса тоже показывал точку входа. Я здесь зашел в позицию. Сейчас покажу, где. Естественно, эти ролики я буду выкладывать, где входил в позицию. Вот здесь у меня был вход. Что жду сейчас? Я зашел здесь не полным объемом, так как вход был поздноватый немного, длинный стоп-лосс. Ну, подойдут в эту область, резкое будет движение, долью еще. Естественно, с первой целью 78, вторая цель 80 и так далее. На этом на сегодня все. Попутного вам тренда, продуктивных выходных. Удачи!